Ознақайның Калинушка вокаль ансамбліна юрушілер хар минутна файда біля өткере. Концерт башланғанчы олар халық күңілін көтеріп вальс айленді. Зеленый рощи ауылына Ознақай артистлары концерт біля бірінші тапқыр келді. Бұл өзіне көре тәжірибе ұртақу шарасы деп айта олар. В данный момент происходит перекрестный концерт. Бугульминцы приезжают к нам в Знаковский район. Они уже дали один концерт и сегодня еще. А мы вот сегодняшнего дня тоже здесь где-то три концерта даем. Ознақайлылар шығышын көрер үшін концертқа зор қонақлар да келді. Шахар мэрі Элдус Касымов халық біле ұшырашу мүмкінлігін қолдан еш қындырмады. Оларны район һәм шахардың иқтисады һәм киләшекке болған планнары біле таныштырды. Сегодня наш муниципальный район участвует во всех программах, а их 26. Общая сумма вот по этим программам составляет более 900 миллионов рублей. Если мы все выполним, она составит 1 200 000 000 000 рублей. Это капитальный ремонт домов, капитальный ремонт школ, капитальный ремонт больниц, это капитальный ремонт дорог. Зеленая роща ауылында яшаушыларның проблемалары юк түгел. Сұраулар глобаль болмаса да, оларны шешу үшін финанс шығымнар керек. Мәселен, чиста су программасы бойынша ауылда канализация суларын чистарту жиһазы орнаштыралар. Бұл ісіне башлап жіберді район жетекшілігінің ярдәмі зор деп белгілеп өтті ауыл жерлігі башлығы Николай Бородин. Планируется огромное количество работы, это по очистные сооружения, дом участкового уполномоченного, новые станции, связь будет у нас хорошая. Проблем много, решений тоже есть, и есть на что опираться. Опираемся, конечно, большая программа у президента, большая программа у руководства района. И мы стараемся в эти программы попадать. Ошрашу, сөйләшу, концерт программасы белән оралышып барды. Ознақайлылар Бүгелмә районында тагы ике чыгыш ясаячак. Аларны Акбаш һәм Иске Сумароково мәдәният йортларында көтәләр.